терапия 6 курсов эскалированного биокопа и редукция лимфомы составляла приблизительно 50% по данной компьютерной томографии, но по ПЭТ-КТ был получен неполный метаболический ответ. Подтвержден биопсией, видеотурокоскопией, но тем не менее были отмечены признаки гистологически лечебного патоморфоза. Было предложено проведение высокодозной химиотерапии. После первого курса терапии спасения было отмечено прогрессирование основного заболевания, которое было подтверждено и биопсией, и данными ПЭТ-КТ. Дальше ему было проведено 3 курса ринтуксимаба, ведантина с бендамустином. Получена хорошая редукция. Единственное, в одном очаге оставалась еще активность 4 подавиль. Мы провели ему курс высокодозной химиотерапии и получили полный метаболический ответ. Как бы вы поступили с данным пациентом? Оставить его под наблюдение, продолжить поддерживающую терапию или консолидацию брентуксимабом, ведантином, назначить ему ниволумаб или назначить пембролизумаб. Не знаю, может быть, если вы не сталкивались с таким заболеванием в своей практике, может, вам будет сложно. Лариса Валентиновна, лимфома Ходжкина лечат онкологи клинические. Это да, исторически так сложилось. Пока голосуют, поднимите руки, кто занимается лечением больных заболеванием Ходжкина? Ну, не единичные, во всяком случае. Исторически, да, так было, что все-таки лечили, когда это было особенно, в основном проводилась лучевая терапия, да, по радикальной программе. Вот с этого-то все и началось. Потом химиотерапия, а потом же, когда появилась высокодозная химиотерапия с трансплантацией аллогенной или аутогенной, конечно, тогда тут уже подключились и гематологи. Но как-то у нас долгое время не было преемственности между гематологами и онкологами. Сейчас все-таки эта преемственность все лучше и лучше с каждым годом, тем более, что у нас есть множество терапевтических воздействий, опций. И голосование было, что в основном ритуксимаб, ведантин и наблюдение. Да? Две опции были выбраны вами. Так, а как вернуться? Действительно, очень высококурабельное заболевание. Мы можем получить до 90% полных ремиссий у этих пациентов. Пятилетняя выживаемость тоже достаточно высокая. Но, тем не менее, бывают рецидивы и первичное рефрактерное течение у пациентов с локализованными стадиями до 15% и с распространенными стадиями до 30%. Это пациенты в основном молодого возраста. В структуре лимфом и особенно онкологической заболеваемости не так часто встречается это заболевание. Надо отметить, что больше чем у половины пациентов это все-таки распространенные четвертые стадии, запущенные с Б-симптомами, как у этого пациента. И по, в общем-то, статистике, которая у нас проводится в институте, в целом наша терапия лимфомы Ходжкина сопоставима с терапией в европейских основных центрах. Единственное, но если пациенты проводят лечение не в специализированных учреждениях, тогда, конечно, там обнаруживается большая разница между европейским уровнем оказания медицинской помощи специализированными центрами и если проводится где-то на местах в других учреждениях. На сегодняшний день основная проблема – это все-таки баланс в терапии пациентов лимфомы Ходжкина. Это высокая эффективность при снижении токсичности, при минимальной токсичности.
Стандартом терапии рецидивов и рефрактерных форм лимфомы Ходжкина на сегодняшний день считается высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией гемопатических стволовых клеток. Она эффективна у пациентов с первым поздним химиочувствительным рецидивом до 50%, но нет преимуществ в общей выживаемости. Ниже эффективность высокодозной химиотерапии, если пациенты с химиорезистентностью, и, конечно, это очень токсичное лечение. Несмотря на то, что на сегодняшний день план и вообще политика такая, что увеличивать центры, которые проводят трансплантацию, увеличивать количество трансплантаций, чтобы все пациенты, которые нуждались в этой опции, могли получить соответствующее лечение, тем не менее, она эффективна, действительно, но достаточно токсична. И, к сожалению, пациенты, в течение которым проведена аутотрансплантация костного мозга, до 75% в течение первого года возникают рецидивы после аутотрансплантации, и до 90% в течение 2 лет. То есть в течение 2 лет у нас очень нехорошие результаты. И плюс остается токсичность высокая, это миелодиспластический синдром, индукция вторых опухолей данной агрессивной терапии. Появились новые препараты, иммунотерапия. Она и вошла как раз и в лечение больных лимфомой Ходжкина. Но вот поможет ли нам применение этих препаратов как-то снизить необходимость проведения высокодозной химиотерапии, или вообще, может быть, эти препараты будут конкурировать с этой опцией терапии второй линии. Но механизм действия всем известен, мы действуем на иммунную клетку, которая активирует иммунный противоопухолевый ответ против опухолевой клетки. И для лимфомы Ходжкина характерна высокая экспрессия лигантов PD-L1. То есть очень высокая, мы ее даже не определяем для того, чтобы назначать терапию. Кроме этого, при лимфоме Ходжкина также имеется генетически обоснованная восприимчивость к терапии препаратами данной группы. Это генетическое нарушение локуса 24.1 короткого плеча 9-й хромосомы и также положительно коррелирует носительство вируса Эйнштейн-Барра с экспрессией лигантов PD-L1. Ну, достаточно высокая частота экспрессии PD-L1 у именно пациентов лимфомы Ходжкина среди других нозологий. Первое исследование первой фазы CheckMate по эффективности и безопасности применения ниволумаба на небольшом еще количестве пациентов с лимфомой Ходжкина, тяжело предлеченных, выявило эффективность данного вида терапии, и частоты полных ответов было отмечено у 22% пациентов, а частота общих ответов достаточно высокая, более 80% у этих пациентов. При всем том, что средняя частота предшествующей терапии составляла более 5 линий, и более 70% пациентов ранее получали высокодозную химиотерапию с аутотрансплантацией и также терапию брентуксимабом ведантином. Вторая фаза исследования, тут уже были распределены пациенты, здесь большое количество пациентов, изучалась эффективность ниволумаба в зависимости от того, была ли ранее трансплантация, была ли терапия брентуксимабом ведантином, и в зависимости от этого также изучалась эффективность данного препарата. Была высокая, большой процент пациентов с распространенными стадиями, с большим числом предшествующих линий химиотерапии, также лучевой терапии, и всем пациентам ранее выполнялась высокодозная химиотерапия. Следует отметить, что уменьшение размеров опухоли, то есть проявление эффективности ниволумаба, было уже отмечено при первой же оценке контрольной рентгенологической. И дальше со временем эффект проводимой химиотерапии, уменьшение опухолевой массы увеличивался. И отмечен эффект более чем у 90% пациентов.
частота объективного ответа очень высокая для этих пациентов, учитывая то, что они ранее получали аутотрансплантацию костного мозга. И несмотря на еще терапию, в какой группе была или нет брентуксимабом, ведантином, все равно частота объективных ответов приблизительно одинакова во всех группах. Есть различия в частоте полных ремиссий, более низкая частота отмечена у пациентов, которые получали брентуксимаб, ведантин, и в последующем или до высокодозную химиотерапию. И наиболее высокая частота полных ответов отмечено в группе пациентов, которые не получали брентуксимаб, ведантин. Но для этих пациентов может быть и не так важна частота полных ответов, как частота частичных ремиссий, частота общего объективного ответа и его продолжительность, потому что для этой группы пациентов именно это важно. Если говорить о длительности сохранения эффекта, то при достижении полной ремиссии это 20 месяцев. То есть если мы говорили о том, какие у нас риски возникновения рецидивов после высокодозной химиотерапии, то это достаточно хорошая продолжительность ответа без прогрессирования. В среднем медиана выживаемости у всех пациентов составила, независимо от предыдущего лечения, более года. Общая выживаемость также была достаточно высокой у этих пациентов в течение года. Следует отметить, что ниволумаб также был эффективен. Высокая частота объективных ответов у пациентов, там до 30% были пациенты с первичной рефрактерностью и до 30% со вторичной рефрактерностью. И частота объективных ответов приблизительно одинакова у всех этих пациентов. Также в этом исследовании было отмечено достаточно благоприятный токсический профиль терапии ниволумабом, то есть токсичность 3-4 степени отмечалась в единичных случаях до 20%. Это по сравнению с проведением высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией костного мозга достаточно приемлемый профиль токсичности для тяжело предлеченных пациентов. Были единичные случаи иммуноопосредованных нежелательных явлений. Также стоит отметить, что значительно повышается качество жизни на каждом визите у этих пациентов на терапии, данной препаратом. И ниволумаб показал высокую частоту объективных ответов, независимо от предшествующей терапии. Ответы были длительные, независимо от того, были ли это частичные ремиссии, или это были полные ответы, что тоже не характерно для обычной цитостатической терапии. Приемлемый профиль безопасности. И также в перспективе, учитывая, что данный препарат эффективен при рецидивах и рефрактерных формах лимфомы Ходжкина, были включена группа, где изучалось применение ниволумаба в комбинации со стандартной химиотерапией у пациентов с первичной лимфомой Ходжкина с распространенными стадиями. Также отмечена высокая эффективность данной комбинации. Это высокая частота объективных ответов, высокая частота полных ответов, и достаточно хорошо терапия переносилась этими пациентами. В 2017 году было одобрено применение данного препарата у пациентов лимфомы Ходжкина в качестве монотерапии при рецидивах и рефрактерном течении лимфомы Ходжкина у взрослых после предшествующей аутотрансплантации. И на сегодняшний день до назначения терапии ниволумабом пациенты должны получать аутотрансплантацию костного мозга. В этом году было еще и проведена также опция здесь, что и до назначения ниволумаба пациенты должны были получать и брентуксимаб, ведантин. Но эта опция снята, и это расширяет возможности применения данного препарата. Пембролизумаб очень похож, они очень похожи, также было доказано его эффективность. И в первой фазе, и во второй фазе здесь очень сложно даже проводить сравнение. Также он эффективен и при повторном применении. Длительность несколько меньше, чем у ниволумаба.
И выживаемость с прогрессированием также очень высокая, и также этот препарат эффективен при повторном применении, даже если у него было отмечено прогрессирование. Это тоже важно для этой опции терапии. Да, я все... Так, переходим. Он также зарегистрирован для пациентов. Очень много проводится сейчас клинических исследований. И основная идея в том, что, скорее всего, вот эти проведенные исследования, они полностью изменят в ближайшие годы стратегию, современную стратегию терапии лимфомы Ходжкина. Что в терапии первой линии, что в терапии во второй линии, что в поддерживающем режиме химиотерапии, что важно, что они эффективны при повторном назначении, даже если было отмечено прогрессирование основного заболевания. Итак, если мы вернемся к нашей терапии, что бы мы назначили пациенту? После высокодозной химиотерапии наблюдение предугасимаб, виндансин, ниволумаб или пембролизумаб. Здесь хочу отметить, что зарегистрирован брентуксимаб пембролизумаб для поддерживающей терапии. Ниволумаб, пембролизумаб только изучаются для поддерживающей терапии. Они высокоэффективны, но еще не зарегистрированы. Опция наблюдения не очень хороша, потому что у пациента первично резистентное течение. То есть высокий риск прогрессирования или возникновения рецидива данного заболевания. Ну, ниволумаб после регистрации, да? Спасибо.